Прием, друзья, на связи Шедимен, и знаете ли, не возникало ли у вас когда-нибудь такого чувства? Выходите вы куда-нибудь погулять, а потом понимаете, что вы как будто бы что-то забыли с собой взять. Вот сейчас у меня что-то прям точно такое же, хотя вроде бы мы замочили гиганта, прилетели в это место, казалось бы, все в порядке. Ладно, возможно, я сам себя ввожу в заблуждение. А так, друзья, Леска сегодня снова со мной поспорила, сказала, что вы снова не сможете ее найти, но я-то знаю то, что вы ее 100% найдете, просто скажу вам по секрету, я ее еще до сих пор не нашел, так что, друг, пожалуйста, если тебе прямо сейчас удалось ее найти, скажи и напиши в комментариях, в каком месте именно она сидит, а также прямо сейчас поставь лайк, и я посмотрю, сколько из вас точно справились с этим заданием. Давайте вместе Леске докажем то, что она все-таки прятаться не умеет. Ну а те, кто из вас еще не подписан на канал, друзья, самое время сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик. Приятного вам просмотра! О, сигнал, сигнал. Так, все, сейчас я потом, ты давай, ай, так, 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 летим, 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 открывать. Вот это вот что такое, как типа военный лагерь, иди-ка сюда. Так, сейчас, секунду, секунду, где? Там, это, конечно, интересный вопрос. Я вижу, там солдаты, кстати, валяются. Видишь, ОМОНовец какой-то. Место, честно говоря, гиблое, тут особо даже ничего интересного нет. Но, как бы, зато можно быть уверенным... Так, ну, пока что я сейчас тут защиту на первом этаже не поставлю, тут спокойно спать будет вообще невозможно. Тут только... Ну, пытаешься что-то начать чинить, так они забегают, тут просто настоящий хаос начинается, я уже не знаю, сколько их положил. Так, что, они снова набежали, что ли, откуда-то? Не, по-моему, тишина. А, вот он как раз-таки подошел, вот я вовремя стенку-то и поставил вот эту. Так, и на всякий случай еще колючую проволоку везде вот так вот на первом этаже поставлю. Надо будет, если что, конечно, через нее перепрыгивать, но я не думаю, то, что сегодня мы уже куда-то еще с ребятами там пойдем. Так, все, готово, автомат у меня наверху остался. Все, так, защита готова. Теперь думаю, то, что никто точно к нам здесь не пройдет. Все, наконец-то можно будет сейчас спать, сейчас только как раз-таки на улице уже темнеть все сильнее и сильнее начинает. И зомбаков-то начинает становиться там на улице все больше и больше. Вон он там стоит, прям возле этой штуки. Так, мы, ребята, интересно, как они там. Так, да, привет, Вулф, еще раз. Да, все, все спят. Все спят, только. Только. Стеф, Стеф, ты что не спишь-то? Обзоры тут просматриваешь. Да, Шеди, смотрю, куда вертушку поставили, а то я вот заблудился, честно говоря, пока что мы находились здесь. У тебя как? Ну, вроде нормально, более-менее там деревяшками все какими-то заставил, проход досками заколотил, сейчас думаю то, что они к нам точно никак не проберутся. Хорошо, слушай, у тебя нет такого чувства, как будто бы что-то не хватает? А что может не хватать? Вроде еда есть, автоматы, патроны при себе, там, что там, сигнальную ракету я вчера нашел, вот две аптеки целых есть, ты о чем? Ну, как будто бы, не знаю, у нас стало как-то меньше. Так, погоди, Тимофеич, Хантер, кстати, не помню, когда Хантер последний раз спал, он сейчас спит, Смоук, Леска там снизу, ну, вроде это, все, нет? Или кого-то реально не хватает? Так, нет, по-моему, все есть. А по-моему, все-таки что-то как будто бы нас было больше. Погоди, а рядового ты давно видел? Точно, рядовое. Я думаю, где это он постоянно... Погоди, а стоп, а как это произошло, если я помню, что мы как бы взлетали оттуда вместе? Стеф, слушай, я без понятия, я там в отключке был, давай-ка это, стой, погоди, не пугай меня, сейчас, стой, так, давай, 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 слушай, связь, конечно же, связь не будет работать в самый нужный момент, чтоб тебя, слушай, Леска, Леска, ты тут? Да, спишь? Да, Шеди, прием, я тут. Попробуй это, связаться с рядовым как-нибудь по рации там, если что, мне крикни, если у тебя получится, не получится, ладно, давай вот сейчас за секунду буквально, попробуй кнопку нажми, есть какой-то сигнал от него? Так, 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 пытаюсь, пока помехи. Угу. Помехи, у меня тоже помехи идут, блин, ну, короче, не получается, да? Пока не могу. Твою дивизию, Стеф, что делать-то, давай Хантера будить, он же там по связи спец. Не-не-не, Шерри, погоди, он мне объяснил, как все работает, только загвоздка в том, что у нас наш радиоприемник находится в вертолете. Вот если бы вы его смогли достать и принести сюда, черт побери, рядовой, где же он? Чтобы с ним только все хорошо было, пожалуйста. Так, Стеф, я понял. Ладно, доберемся, приберемся, как-нибудь что-нибудь да сделаем. Рядового ни в коем случае в беде не оставим. Господи, как мы правда могли его просто забыть-то так? Леска, что там по связи? Пока не могу, Шеди.
Блин, представляешь, мы рядового, походу, забыли в том месте. А как мы могли забыть-то его? Я же в отключке был. Ты не помнишь, что там происходило, да, как вы вертолет забегали? Да там вообще в таком дурдоме забегали, честно говоря. Видимо, вот в суете и забыли. Ничего себе. Так, ладно, слушай, идея, короче, такая. Вертолет где-то на взлетной полосе припаркован. Мы с тобой сейчас несемся со всех ног туда. Несем этот полевой трансформатор. Я не знаю, как он там называется. Вот это, короче, связь, которая обеспечивает на большие расстояния. Ага. Все это дело с тобой забираем, и все, надо его искать. Ты что, представляешь, если бы тебя забыли там прямо, а? Это просто кошмар, и, честно говоря, столько нас человек, и мы даже не вспомнили. Вот именно. Это как, знаешь, это кино есть, что такое там, про собаку. Помнишь, они... А нет, не про собаку, другое. Там семья уехала, и ребенка дома оставила. Ладно, сейчас не об этом. Тут этот... Давай аккуратно через колючую проволоку перепрыгивай. Ну, что ж ты будешь делать? Ты только-только все построил, и снова приходится... Опа, слышала? Да. Стрельба только что была. Да, точно. Ух ты, зомбаки-то как заорали. Только не это, ну что, ну... А вдруг это рядовой? Хотя нет, его же здесь не было. Твою дивизию, короче, в любом случае, это все через одно место снова пошло. Так, ладно, сейчас мы с тобой выходим отсюда, я эти доски назад поставлю на всякий случай, а то ребята как-никак остаются здесь. Ух ты, сколько так, же их тут. Все. Ну правильно, давай, ночь. Слушай, давай-ка пока что это не стреляй, ладно? Как вчера. Один идет, Шеди. Один идет, давай, там, в ближнем бою, сейчас его сам. Короче, ближний бой я беру на себя, ты вообще лучше, как этот, потише. Короче, ладно? Поняла. Так, это не то место, вертолет бы на самом деле найти, я не помню, вернее, я даже не знаю, куда там он был припаркован, потому что мы-то с тобой, ребят, здесь... Ждали, черт побери, а как мы будем теперь прибираться? Вертолет создавал много шума. А это означает что? Что туда, скорее всего, набежало очень много зомбаков, правильно? Точно. Так, и нам придется как-то... Слушай, есть один план, ты любишь новую одежду? Так, что ты имеешь в виду? Ну, придется немного переодеться, мы как-то с Тимофеичем это делали, и у нас, честно говоря, это срабатывало, не знаю, как это сейчас получится, но, короче, пойдем, я тебе пока что говорить об этом не буду, потому что, мне кажется, ты просто не согласишься, если я тебе сейчас об этом скажу. Короче, увидишь зомбака в одежде и говори, ладно? Ладно. Так, берешь, да, его? Не знаю, да, сам справлюсь. Так, давай, пойдем, все, заходим. Сейчас вот эти ангары все тщательно проверим, и потом сами совсем разберемся. Ну, я не знаю, как ты будешь на это реагировать. Нет, не надо. Угу. Ищи зомбака пока что в одежде, еще крикни то, что если его найдешь, я его сам в ближнем бою завалю. Так, ну тебе зараз такая. Так, смотри, так, тут валяется кто-то. Кто валяется? Там валяется. Сейчас, погоди, на тебе. Вот так вот. Так, все, с этим мы справились. Вот. Ой, сзади еще, погоди, вот он, еще один. А, тут даже двое их, ну ладно. Так, смотри. Короче, бери и просто надевай вот эту одежду, и главное, голову зомбака не забудь себе на пояс повесить, ладно? Да ладно, ты что, серьезно, что ли? Давай, надевай, у нас другого плана нет с тобой. Я понимаю то, что эта одежда тухлятиной воняет, она там просто вся протушена, сколько только это возможно. Ну что, как тебе? Ужас. О, господи, не, голову-то ты что, на себя-то не надевай, я говорю, просто оставь у себя где-нибудь. Фу, чтобы она... Ой, господи, ты зря на себя, конечно, ее нацепила, а тебя теперь несет как... Не знаю от кого, честно говоря, я, наверное, такой костюм брать даже и не буду, вот этого валяющегося. Так, ну все, если... как да, я погляжу? Оставь, да... Ой, не подходи только, главное, ко мне, а так великолепно вообще. Ну нет, уж давай, я за тобой бегать буду. Не, давай это, Ладно, все, короче, дело, у нас это, как-никак, с рядовым там... Произошла не очень хорошая история. А, у меня же пистолет с глушителем. Чего я парюсь вообще? Так, если что, на дальней дистанции справлюсь. Так, пойдем, Леска. Так. Пойдем. Ага. Так, ну сейчас ты найдем тоже, да, одежду. Ага, давай. Да, придется немного поднадеться, так говорится. Так, смотри, так, ладно, залетаем. Слушай, ладно, в ангаре стреляй. Мне кажется, если что, на улице заглушится этот звук. Ой-ой-ой, просто на рядом. Тебе. Давай. Завали. Вали их. Ты же знаешь, как это делать. Вот, зараза, все, отлично, вот справились. О, смотри, вон вишь, бегает. Блин. Ой, блин, куда стреляешь-то? Ты мне прям броню чуть не пробила. Да ты выскочил прям передо мной. Ты хотя бы какой выскочил? Сама там меня стреляешь. Блин, сейчас. О, у меня хотя бы одежда доктора будет. Это не то, что у тебя какая-то черная, непонятная. Давай поменяемся. Господи, правда, слушай. Не, сходи в своей вонючей одежде, я лучше. Хотя на самом деле, чем вонючая одежда, тем больше шансов, да, выжить, как бы, да. Я не знаю. Тогда мы вместе с Тимофеичем переодевались вот так вот, у нас это сработало. Как это будет сейчас, я пока что без понятия. Так, ну, по-моему, как я тебе, нормально в качестве доктора сейчас выгляжу? Порядок? Вообще в порядок. Все, отлично, ладно. Еще сейчас продвигаемся до вертолета тогда, а то мы с тобой еще толком не дошли туда. Так,
Смотри, нам нужно теперь вычислить, кто из зомбаков будет бежать на нас, а кто не будет обращать никого внимания. Лучше сейчас убирай автомат. Угу. Вообще нафиг про автомат, забудь пока что, я сейчас буду все сам, если что, делать. Возьми вот так в руку голову зомбака, чтобы от него благовоние, так, как говорится, шла. Так, и медленно пока что шагай, ёперный театр, за мной. Посмотри, сколько их там собралось-то только возле этого вертолета-то, а? Ничего посмотри, себе. Их там самые настоящие так... полчища. Так, не обращай внимания, не обращай внимания. Хорошо. Просто не обращай внимания. Хорошо. Я их всех сам ликвидирую. Они сейчас думаешь, должны сработает? Себя вести спокойно. Я думаю, должно сработать. Правда, мне, честно говоря, не по себе. А я походу вижу, кто стрелял. Смотри, видишь, там в толпе. Так, тихо, леска, не поворачивайся, только не поворачивайся. Сейчас мы их сразу с этими разберемся. Смотри-ка, я не знаю почему, кто-то, кто нас визуально видел, зомбаков, они почему-то знают то, что мы просто переодетые. Интересно. Так, смотри, вот слева, почему? Видишь, они абсолютно одинаковые, я не знаю, но при этом, вот... Так, смотри. Если в толпе окажется какой-то зомбак, который нас спалит, и он заорет, ну, все, то нам понимаешь, что вся эта толпа, она побежит просто за... Все, давай, короче, аккуратно, угу. Громко тоже не разговаривай, смотри, видишь, человек лежит. Да, вижу. Возможно, то, что это именно он стрелял, а вот этот ящик, это, видимо, та самая штука и есть, так. Которую нужно забрать и как-то потом на базу отнести. Так. Ну, не на базу, на эту вышку. Слушай, мне так, просто резко. Не по себе, это кошмар. Это... Тихо, главное, медленно. Главное, все это медленно делай. Хорошо. Тогда сработало, и сейчас это 100% сработает. Я тем более в кино видел, как... Так... А! Тихо, спокойно. Все тихо. Оп, блин. Черт, они... Чё? Ладно, погоди, пока что одни нападают, пока что все безопасно, мне это не нравится. Ладно, все, спокойно. Чё-то фигня. Сиди, какая-то. Сиди внимательно. Я не знаю, как они это определяют, но у нас сейчас очень плохие шансы. Так, что у него? Молоток, дезертыгл. В дезертыгле есть патроны-то хотя бы? Нет, нифига ничего тут. Ладно, понятно. Бедолага, нафига он только полез в эту толпу, если понимал то, что на него сейчас вон какая полчища вылезет. Так, Леска, тихо. Сейчас я эту коробку возьму к себе, потом заглянем в вертолет с тобой. В вертолете, думаю, будет более-менее. Посмотри, он даже вертолет наш вскрыл. Вот негодяй, ничего какой себе. Я молотком, видимо, все взломал. Ну ничего, он за это поплатился. Хотя, может быть, он ничего плохого и нам и не желал. Так, пойдем, я какие-то боеприпасы возьму сейчас в вертолете, поищу. Надеюсь, он. Хотя да, он с собой даже ничего и не брал толком, потому что у него в карманах только и лежал, получается, на вот этот передатчик с каким-то молотком. Так, все, в вертолете более-менее безопасно, так что. Так, нам нужно еще топливо найти. А где может топливо лежать, я, честно говоря, без понятия. Посмотри, если в ящиках что-то найдешь, передай мне обязательно. Так, что здесь? Так, о, патроны на калаш. Так. Патроны на калаш я, пожалуй, сейчас по-любому возьму. Вернее, не калаш, а АН-94, но, в принципе-то, похоже, это практически одно и то же. Слушай, я топлива не вижу, у тебя есть там что-нибудь? Так, пока пустые все ящики. Так, да, сейф какой-то. Ой, я нашел, все, я нашел топливо. Да? Порядок, да. Отлично. Теперь у нас этот генератор с тобой точно заработает. Так, что нам еще надо? Аптеки у нас есть. Так, для связи мы, получается, этот генератор, я вот эту штуку алюминиевую взял. Так, средства связи есть. Топливо, как это будет все работать? В принципе, мы с тобой тоже все эти дела взяли. По-моему, мы с тобой уже больше ни о чем и не забыли. Так, ну что, тебе ничего больше не потребуется? Да вроде бы нет. Сейчас главное безопасно добраться нам обратно. Ладно, смотри, план такой сейчас. Прибегаем так же тихонько, просто максимально тихо двигаемся среди этих толпы, среди этой толпы и... Ой, просто этот, в соседний ангар налево забегаем. Даже не забегаем, просто тихонько заползаем. Там вот эту всю вонючую одежду скидываем. Не знаю, если бы было, конечно, чем жесть, я бы еще ее и сжег. И просто потом начинаем продвигаться назад. Хорошо, я ладно? Поняла план, поняла. Все, давай, этот, башка в руке. В руке. И потихоньку за мной. Уф, как отвратительное чувство, неприятное. Да, не то что отвратительно, как бы еще и вонь такая исходит от этой одежды, особенно от твоей. Ой, тихо. А, то, что посмотри, о, просто да. Лицом в лицо. Ага. Ну да, че, как там, так и ой, нормально за тобой как бы. А, нет, тихо, нет, тихо, не-не, нормально, не пугайся. Фу, меня, не пугай меня. Кто это, я уже там этот, у меня аж самого трясет тут всего, язык заплетается весь. Не говори, вообще кошмар просто. Слушай, смотри, какой закат красный. Слушай, вон тут закат. Где? Да, красный. Я говорю, вон тут зомбак что-то не к себе лежит. Слева, что ли? Да. Не обращай, он далеко, пофиг ладно, на него. Ладно. Такое чувство, какую-то ядерную бомбу взорвали, честное слово. Такое излучение странное, как будто... Не знаю, так, ладно, все, смотри. Короче, сначала перебиваем всех, кто есть в этом ангаре, а потом я стану какой-нибудь угол там где-нибудь, и уже, получается, со всем остальным справлюсь. Ты пока не стреляй только ладно, здесь. Я пока... Здесь шумно будет. Головой, у нас позади эта толпа. Да, сейчас я с этим справлюсь. Ой, тихо, за тобой бежит. Так, этот есть. Все, готово. Ага. Все нормально. Так, слушай, я бошку тогда зомбака здесь пока что оставлю. Так, я сейчас, как только зачищу ангар. Так,
Слушай, то, по-моему, тихо. Все, я, короче, скину. Потом ты тогда подойдешь ко мне, как этот, все, осмотришь все углы, скинешь тоже. Все, сейчас я подойду. Так, ты так, сейчас главное, короче, скинуть одежду и пока что леска там, все эти углы тоже остальные. Осмотрит, а кто это здесь бегает? Так, все, сейчас я эту вонючую фу одежду скидываю, наконец-то, она просто воняет. Ой, невыносимо. Надо будет, что ли, какой-то душ найти, а то я через эту броню все это снял. А, так, все, магазины при себе, вот этот весь мусор тоже оставляю здесь. На самом деле, действительно, найти бы какую-нибудь зажигалку. Конечно, можно взять канистру с топливом, чтобы поджечь это все, а потом выстрелить, но... Ладно, мне кажется, это будет слишком уж шумновато. Леска, ну что там у тебя? Сади, ну все, я вроде готова, все. Посмотри на меня. Ладно. Ой, это что такое? Где? Слышала? Да-да-да. Не знаю, топот какой-то был сильный. Ты не стреляла сейчас? Ничего, звуки не делала резкие? Нет, я тихо, по-моему, где-то со стороны улицы, да? Тихо, не шевелись. Смотри туда, назад, откуда мы пришли. Это что такое? Походу, на него это... Ты успела, да, переодеться, все? Да. А ну все, самое главное... Походу, это тот, именно тот, на кого просто не работает эта вся одежда. Так, ладно, слушай, давай-ка ползком, тихо, ползком. Господи, тут, правда, кровью все изляпано, ну ладно. Ладно, главное, проползти, давай. Ой, блин, все, не обращай внимания. Слушай, по-моему, это... Он сюда начинает бежать, так, резко, давай за мной, блин, за мной, просто спринтуй, не обращай внимания. На зомбаков не обращай внимания, кто на тебя бежит, просто не обращай внимания. Сейчас я их по пути просто... Зараза, не обращай внимания, они бегут за мной. Все, давай. Автомат на пояс повесила, все. Просто не поворачивай голову. Нам главное сейчас только... Нифига он там топает, конечно. Прям за нами, только не оглядывайся, самое главное, нет, догонит. Я бегу. Так, еще, а где эта вышка-то? Слушай, я найти... А вот она. Все, резко, вот добежали, вот она справа. Так. Сейчас, давай. Ну, конечно, мы с тобой это... Ладно, это... Пофиг, нас тут много, чуть что мы с этим гигантом справимся, как бы, если он даже нам не даст завтра выйти. Самое главное, чтобы сейчас с рядовым все было в порядке. Я не знаю, как он там, бедолага, один выживает. Леска, ты где там застрял, ты ёперный театр? Давай быстрее, что там волочишься, как эта колбаса какая-то там? Давай, быстрее. Ой, тут еще досками все заколочено, сейчас я все это снимаю. Так, верхний слой сниму, просто запрыгивай. Я не знаю, успеваем, по-моему. Давай, ты первый, я с тобой. Так. Быстрей. Так, наверх теперь, сейчас к Стефу. Так. Ух, быстрее, все, на самом деле мы с тобой уже более-менее в безопасности, сейчас все это сделаем. Так, Хантер, пускай ребята спят, ой, сейчас я эту штуку ставлю сюда, все, топливо с собой, ух, Леска, все, нормально. Ну и вылазка, кошмар какой-то. Ну, он где-то здесь сейчас под зданием ходит, но главное, чтобы нам только сейчас тоже как бы резких звуков теперь не сдавать. Не видно его там за окошко? Ой, не знаю, ладно. Слушай, сейчас я тогда пойду ребятам все передам, ты тут посмотри, проверь еще раз. На тебе пока что канистру с топливом, там попробуй как-нибудь топливо залить в этот генератор, ладно? Давай. Я сейчас пока поднимусь, пойду с ребятами, переговорю нам, потому что рядового нужно просто по-любому спасать как-то.